ที่ไอซ์Toyota Highlander с 2013 года. 14. Ну, они с 13 начинались. U50. Да, U50 кузов. Соответственно, сначала снимается нижняя сабля, так называемая. И отключаются два провода. Выдергиваются два воздуховода по бокам. Предварительно пластиковая накладка. И далее 4 гайки, 2 верхних, 2 нижних. Их откручиваем. Соответственно, вытаскиваем магнитолу, отключаем множество проводов, порядка 5-6. Для установки и протяжки проводов USB и, соответственно, симки мы просто вытаскиваем бардачок, как защелки, да, здесь? Да. По бокам две защелки, их отжимаете и все. И протягиваем провода, соответственно, в центральную часть. Выключаем все оставшиеся провода. Это GPS, Wi-Fi, соответственно, линейные, ну не линейки, а у нас выход в перчаточный бардачок. Симка, USB, используется оригинальный переходник под USB. Далее мы собираем AUX кабеля, сейчас их смотаем. Разъем оригинальной камеры подключили, он выходит у нас с канадаптера. И GPS-антенну мы подключили оригинально. У нас есть переходник, он идет отдельно, он в комплекте не идет. Сейчас найду его. Не могу найти GPS. Вот такой переходник, то есть вот так у нас выглядит. Можно сядь. Вот так выглядит у нас оригинальный разъем GPS-антенны. Можно установить GPS-антенну, которая идет в комплекте, либо использовать такой переходник. Все, соответственно, сейчас промотаем и устанавливаем в корзину. В обратной последовательности ставим воздуховоды и саблю нижнюю и планку верхнюю. В конце выбираем корректные настройки кана. Выбираем XP, Toyota, Prado, XP. Все, кнопки на руле работают. Включение задней передачи проверяли, работает. Камера отображается. Все, установка завершена.